куратором этого проекта. Около года назад шла подготовка каталога этой выставки. Она была сделана специально именно для этой выставки. Я думаю, что выставка в музее современного искусства для каждого художника большое событие. Как жена Андрея Владимировича Толстого и человек, который мог бы свидетельствовать о том, что этот проект всерьез занимал Андрея Владимировича, потому что Владимир Апарт принадлежит числу тех художников, которые в силу своей такой и разнообразия, и включенности в мировой художественный процесс живо интересовал Андрея. И вот это чувство продуманности и сделанности, соответствие формулы результату, даже в том, как нынче инсталлирована эта экспозиция, видится то, что раньше называли рукой мастера, простите мне мою старомодность. Поэтому я искренне всех нас поздравляю с этой замечательной выставкой и художника, и музей, и его кураторов, и сердечно всех благодарю за память об Андрее. Спасибо. Депортация, как постоянно действующая инсталляция в Алтайском крае. У нас еще с вами будет на эту тему сотрудничество продолжаться. Мне была оказана честь представлять тоже моего брата покойного. Скоро будет год, как его нет, но он все равно возвращается к нам со своими проектами, книгами. И я хотела сказать о том, как удивительным образом, соединяя очень тонкую живопись, большой вкус и современные технологии, Владимир умудрился еще и обрасти вот такой школой. Я искренне поздравляю Владимира с этой выставкой, потому что действительно она показывает разнообразного художника и действительно прекрасного живописца, мастера абстракции и человека, который абсолютно вольготно себя чувствует в современном цифровом пространстве. Мне очень понравился проект «Аватарки», потому что он действительно очень отражает нашу современную жизнь. Этот проект посвящен моим друзьям, то есть вам. И здесь, конечно, и аватары, здесь, конечно, социальные сети, здесь, конечно, все наши переживания о сегодняшнем дне. И все наши надежды на будущее, и думы о будущем, что дальше будет, что заложено в этой божественной программе развития нашего мира. Поэтому этот проект про меня и про вас. Спасибо, что пришли. Я хочу сказать огромное спасибо людям, которые здесь работали. Я так насчитал чуть не 30 человек во всех службах и вообще везде, кто здесь что-то мне делал, помогал. Я еще раз хочу сказать огромное спасибо всему коллективу музея за такую, в общем-то, большую работу. Я хочу от своего имени поблагодарить Владимира Апару с таким прекрасным проектом, поздравить его. Давайте еще раз поаплодируем. Поблагодарить не только его за то, что согласился, и действительно эта выставка долгое время готовилась, но вы видите этот прекрасный результат. Думаю, что после этой выставки нам еще больше появится работ в нашей коллекции. И еще раз хочу вас поздравить и всех поблагодарить, кто участвовал. И надеюсь, что вы будете продолжать читать мастер-классы или лекции. Да. Так что поздравляю, всем большое спасибо. Спасибо. Thank you.
Так поют аватары. Они поют о счастье и беззаконии, о том, что нужно закручивать гайки и смазывать шестеренки. И о дружбе в социальных сетях, конечно. Художник Владимир Опара составил хор аватаров из двух десятков голосов, который может гастролировать. Сегодня они выступают в Московском музее современного искусства. Современный художник Владимир Опара живет свободно, мыслит широко, легко экспериментирует со своей жизнью и с чужой тоже. Он сажал молодых людей в прозрачные капсулы и смотрел, что из этого выйдет. А еще устраивал в детском компьютерном лагере дни абсурдистского текста. Интернет он считает пространством для искусства без барьеров. А компьютер – одним из важнейших своих инструментов. Даже детали компьютеров всюду мелькают на его новой выставке в Московском музее современного искусства. «Я существую в постоянно изменяющемся ландшафте». Так называется выставка. Ландшафты Владимира Опары – это работы, созданные с начала 90-х и до наших дней. Экспозиция готовилась несколько лет. Сроки ее проведения постоянно переносились, что самому художнику оказалось только на руку. Выставка обрастала концепциями и подтекстами, но главное – автору удалось найти то, что объединяет все его работы. Это тревога за будущее человечества. Мир, он опять находится в странном состоянии. В каком-то таком раздумье воевать, не воевать, и там бомбить друг друга, там, использовать ядерное оружие и так далее, и так далее. То есть это становится просто безумием. Тема возможной катастрофы, метафорического всемирного потопа, пронизывает всю выставку. Специально для нее художник хотел построить ковчег. Но потом от этой идеи отказался, решив, что с его ролью отлично справится само музейное пространство. А то, что, по мнению автора, стоило бы спасти в случае нового потопа, он занес в специально созданную черную книгу. И здесь не каждой твари по паре, а интеллектуальные и творческие достижения человечества. Черный цвет – это некое ощущение какого-то пространства бездонного, бесконечного, на мой взгляд. Вот. То есть черный – это не означает как бы трагичный. Нет. Это скорее как некое такое вот суперпространство, в которое я помещаю вот все свои размышления. Выставка занимает два этажа музея и представляет работы, выполненные в разных техниках. Это видеоарт, живопись, инсталляции на волнующие художника апокалиптические темы. Например, вот эта работа посвящена жертвам депортации, а это атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки. Понять внутренний мир Владимира Опары, его творчество, не так просто. А потому автор проводит еженедельные лекции и экскурсии, где объясняет себя. Станислав Дурай, Александр Подкоха, «Новости культура». Выставка работы Владимира Опары подтверждает, что одно из непреложных свойств актуального искусства – не давать расслабиться, воздействовать, возмущать.